Маленькие игроки с большими шутками. В Махачкале прошел второй межрегиональный фестиваль детских команд КВН. Юные КВНщики прибыли из 9 регионов России. На суд жюри и зрителей они представили забавные постановки и миниатюры. Кроме того, вне конкурса выступила команда не по-детски, участник телевизионной версии Всероссийской юниорской лиги. В Дагестане он вот только начинает набирать обороты, хотя, вы знаете, в России это очень мощное движение. Мы потихоньку хотим, чтобы и у нас в республике это движение развивалось. Мы при поддержке министра по делам молодежи в лице Камиля Рамазановича мы делаем совместную работу и, думаю, нам удастся реализовать данный проект. Коммерческую поддержку проведения фестиваля оказала строительная компания «Монолит-05». Помимо помощи в организации, от себя спонсор вручил команде-победителю подарки. Я вообще считаю, что дети – это наше будущее, и мы должны их поддерживать. Если мы сегодня не будем уделять нашим детям внимание, то завтра мы от них для себя поддержки не найдем. Поэтому нам нужно помогать, способствовать их развитию. Отметим в планах организаторов создание в республике полноценной юниор-лиги.